Российская армия отобрала участников танковой олимпиады от нашей страны. Победителей определяли в Челябинской области в двух категориях. Это танковый биатлон и суворовский натиск. Это упражнение на боевых машинах пехоты. Первое место в эстафете на танках Т-72 занял Восточный военный округ, второй – Западный. Ну а бронза – экипажи из Казанского высшего училища. В эстафетной гонке суворовского натиска на БМП места на пьедестале заняли Тихоокеанский флот, Восточный военный округ и Дальневосточное высшее командное училище. Из победителей будет сформирована сборная России для участия в международных соревнованиях по танковому биатлону. Они пройдут в августе на подмосковном полигоне Алабино.